Надо Свете отнести. Уже вечер, а мы еще делаем раствор со Светой. Ага, Денчик помощник. Ее наполни. И это. Ты там уже намесила, но побольше. Да. А сколько надо вообще? Ну, еще один замес хватило. Видела, сколько везет. Ну, это... я говорю, я бы сюда натаскала побольше, чтобы завтра не мерзло было с утра, знаешь? Ну, давай. Заноси. О, привет. Еще раз. Так, я уже эту стену закончила. Но видишь, беда в том, что стена ровная. Обычно самые мастера, которые, они прибивают сетку. И на этой сетке оно хорошо держится. А у меня нет сетки. И тонким пластом я тихо-тихо, видишь, еле-еле. Вначале сделала, спешила и побольше. И до конца сделала, и оно у меня свалилось все. Даже при том, что я намочила, ну, этим же раствором мочила, все равно, то пришлось, видишь, все равно, видишь, еще кусок я не доделала, уже не трогаю. Пусть подсохнет, потом уже буду равнять. А если потом упадет? А? Если потом упадет? Ну, потом не упадет, оно главное, просто не надо в мокром виде равнять. Я немножко, чуть подсохла, я давай быстренько равнять начала и хорошо уронила. Теперь по новой все сделала, поэтому, видишь, задержка идет. Так, если получится, даже боюсь планы рассказывать. Расскажи, рассмеши Петрова, расскажи свои планы. Так и это. Боюсь даже, что получится. Сколько успею, столько успею. Ну, вон, Люба мне все наготовила, можно и попозже работать. Свет есть, можно и работать все. Не, давай, я же говорю, давай побольше на сегодня принесем, что уже завтра. Видишь, помощница еще. Где? Сидит, пристроилась. Ага, наблюдай. Она не помощница, она твоя начальница. А, начальница. Да, да, да. Смотри, делает вид, что спит, а сама все проверяет, понимаешь? Ну, смотри, что я делаю. Сидит. Ага. Что там, Света, правильно все делает, да? Да. А Денчик на улице все бегает. Так, ну что, Свет, давай, уже на улице темно, надо же натаскать. Сколько еще тебе нужно будет? Вот эти все ведра заполни. Что есть пустые? Ну, это мало, заполни. Мне кажется. На завтра тебе не хватит. А вдруг завтра заморозки будут? Тогда не хватит. Укрой еще на всякий случай, укрой еще сам песок. Куда еще занимать? Вот эти заняла ведра. Еще а это. Сюда, может быть, клеенку поселить и туда натаскать, может быть, на клеенку. Не, мне же это место все надо, видишь. Здесь это мешает. А так куда? В середину бы, если так. Здесь эти баллоны открываются. А здесь я буду работать, поэтому мне тоже мешать будет. Лучше это, все, что сегодня успею, все сделаю. Если нет, ты хорошо укрой только сзади, клеенкой накрой. И ничего, нормально будет. Так, хорошо, давай задание следующее. Песок я натаскаю. Дальше что? Так, что еще? Ну, Света, воды. Света мой командир. Всегда дает задание. Воды еще. Ведра. Ну, ведро хватит. У меня вот ведро есть уже. Еще одно ведро. Вот. Что еще? И все. Цемент здесь уже Вася принес. Все. Все. Ну, пошла я работать, а то совсем будет темно, ничего не увижу. Давай. Вот
та клеенка, на которую ты сейчас это насыпаешь, эту клеенку возьми, надвое сложи вот так вот и прикрой этот песок. Вдруг, если чуть-чуть не хватит, я оттуда возьму. И там весь песок тоже накрой сверху. Ну, я тогда побольше насею. Ну, не вчера побольше, не насею, видишь, сегодня. Вот эта вторая такая часть корочка. Закрыла первую часть, да, вот так, наполовину. Наполовину и насыпь, и вот так вот прикроешь. Нет, наверное, не буду, Света, много я сеять, потому что вдруг замерзнет все-таки на улице. Оно тонким слоем. Да, пусть страшно. Оно так как вот, будет. Только как вот есть. Эту половинку сделай, а второй половинкой прикрой. Ну да, мы посмотрим, завтра замерзнет или нет. Если я чуть-чуть не хватит, я вечером побегу и возьму там. Я хорошо. Знаю, где ладно, все, давай. Всем привет, доброе утро. С утра начинаем
сначала. Наша песня хороша, начинай сначала. О, покажи стенку. Угу. Видишь? Сейчас поближе она покажу. Она вчера влезла. Вчера Галя мне дала грунтовку, говорит, есть грунтовка. То я... Короче, она упала, Света ее зашпаклевала, шпаклевка упала. Я решила так гнала, что хотела быстро-быстро закончить, и до конца довела, и она у меня прямо вся обвалилась, и пришлось по новой. Во-первых, ты намочила ее, да, да. Нет, я ее мочила просто цементный раствор с известью. Сначала развела и затерла все. А потом уже начала не тонким слоем, а как положено. Вот. А потом Галя принесла грунтовку, я грунтовку намазала и снова заделала. И сегодня только осталась часть. Я ее, видишь, Галя пришла с работы, увидела работу Светину и сказала, есть же вот грунтовка, дала грунтовку. Да. Я говорю, так отлично. А здесь уже все грунтовка и пошло дело. Угу. Как по вот массу. Уже все, а здесь уже да, грунтовка. Здесь осталось немного, видишь, уже. Угу. Думаешь, опять боюсь загадывать. Хотела сегодня сказать, что до обеда закончу, но посмотрим. Нюансы, тонкости всегда найдутся. Так что вот такие дела. Часть стены подсохла, можно финишем обмазать, а потом можно и побелить. Ну вот. То есть еще и побелит, известью будет белить. Ну да, я потом пройдусь, где неровность, я пожиже сделаю, еще пройду. Где дырочки там, где я задела, где что, я уже доделаю. Сейчас вроде все уже нормально. Так, главное... Помните, как было и как стало, да? Вот теперь еще побелить, вообще будет красота. А вот я добралась наконец-то поближе к этим полкам. Видите, как ровно. Единственное, здесь покрасить, и будет красота. Но это уже когда все сделать. Посмотрите, сколько у Гали разной консервации. У нее очень много рецептов интересных. Варенье, джем из сливы, вишня, варенье. Короче, вон, смотрите, сколько. Лечо очень вкусное у Гали. Всякие соусы. Скоро она на своем канале вам покажет, обещала. Посмотрите, лечо разных видов. Икра такая, икра заморская. Чего только нет. Баклажаны и не только. И горох, и... Ой, боже мой. Это вот сколько труда. Очень вкусный. Вон какие компоты. Ух. Все это Галя закрывала, и у нее есть очень много вкусностей. Подписывайтесь на канал Пиклин, и вы узнаете рецепты очень вкусных-вкусных салатов. Капуста квашеная, капуста пареная, горох как закрывать, компоты как закрывать, вишни, груши, грибы как сушить. Ой, у нее столько рецептов. А здесь Тамара. Помогаю Гале горшки на зиму укрывать. Заносить в них земля тяжелая там в склад. А это она вот так вот закроет на зиму. Видишь? Один вот так закрыли. Сейчас еще веревкой его обмакаю. Скотчем закрывает. Кульком сверху тазик, да? Да, сверху я закрываю. У тебя с рукой. Ты поранилась? А нет, это... А ну покажи. Нет, это не поранилось. А что это? Просто краска какая-то. А, господи, испугала меня. Это вот такие вот Галя мне все подавала, сказала, позакрывай. Угу. Всякие крышки. Угу. Это вот горшок, который я весной делала. Да, красивый такой. Надо же его закрыть. Я теперь сверху еще пакетами, а и теперь вот таким будем. Плотными, мусорными. Во-первых, чтобы горшки не испортились. Ну да, и во-вторых, вода наливается, говорит она, сюда дождь, снег, и зимой могут треснуть горшки. Жалко, большие, хорошие горшки. Теперь их на зиму вот так закроют. Вот этот горшок не увидела. Сюда тоже надо теперь книжку и...
буду закрывать. Ой, привет зрителям, скажи привет. Да. О, ревнуется, не оправдает, этот, как всегда, ревнивец. А я больше пуры люблю. Я больше пур. Все. Пуря выгнал пуры, и все, и довольна. Не смей, да-да. Только меня. Только меня. Мордашка такая. Мордаха, мордаха. Хочешь откормить и удаешь кушать, а он не хочет. Почему ты не откармливаешься? Любитель есть, как Ева. Или там, как Юля. Как все дети. Современные дети. Теперь и собаки такие же, понимаешь? Да. Не чтобы быть, как бабушка Люба. Уже давно таким колобочком был бы хорошеньким, таким хорошеньким. А это такой худорба, худорба. Да. Дай, лапу дай, дай. Ай, молодец, лапу дает. Молодец, даже две лапы даст. Да. Ой, стоечка. Стоечка у него какая. Да. Смотри, как он меня держит, видишь? Смотри. Не отпускает, да. Молодец. Натянула? Сегодня у нас более-менее свободный день, потому что Света заканчивает уже работу, то, что она надумала. Осталось буквально на пару часов работы. Тамара здесь накроет. Галя, кстати, там сейчас рецепт снимает самсы. Рецепт самсы. И на обед у нас будет самса с тыквой. Мы уже с Тамарой в предвкушении, да, Тамара? Да. Ой, я люблю их. Мы не Дэн, понимаешь? Не, ни в коем случае. Так, а мне еще тюльпаны посадить, но это завтра. Я набрала много земли, поставила греть. Завтра посажу в горшочки. Галя попросила. И там Тамара, и тут Тамара. Везде Тамара. Тамара все уже закончилось. Теперь вот Галя хочет тыквенные конфеты, которые мы очень любим. Даже Света терпеть не может тыкву, но она эти конфеты ест с удовольствием. А вот, то вот решили, Галя хочет сделать, то я решила помочь. Вот почистить, порезать. Такая солнечная тыква, да, цвет такой солнечный. Там на улице работу закончила, чему не помочь. Сделать конфеты, ах, с удовольствием их едим. Дети как их любят. Угу. И самое главное, полезно. И полезно, и вкусно. И вкусно. Да, вот мы это очень любим. А посмотрите, какая вот вообще тыква, да, прям цвет сочный. Да. Солнечный, ага. Вообще. Красота просто. Да? Угу. Смотри. Ах. Оранжевый, яркий, веселый, праздничный цвет такой. А куда все девать? А тыкву, Галя? А тыкву куда все девать? Две наполовину, ты уже совсем крупные сделала. Сейчас я зашла на кухню, святая святых. Гали, она здесь как раз готовит вкуснейшее блюдо. По просьбе доброго дня. По просьбе девчат исполняю их желание сделать самсы с тыквенной начинкой. И вот сегодня я выходная, решила их побаловать. Конечно, с мясом. Если бы были мужчины, они бы, конечно, попросились с мясом. Я всегда делаю наполовину. Половина тыквы, половина с мясом. Но сегодня девчата попросили именно только с тыквой. Ой, у тебя вкуснейшая самса. Ждем рецепт на канале Пиклит. Ну, я вам приготовила, Люба, видишь? Да. Подписывайтесь на канал Пиклит и ждем вкуснейшие, обалденнейшие, вот прям тающие во рту самсу из тыквы от Гали. Как нахвалила меня. От Гали. Ну, оно так и есть. Я еще в готовом виде покажу.
Ну, спасибо. Ждем, большое. Ждем. Да, буду стараться.